Это вот моя новая гитара, недавно привез из Москвы. Испанская гитара настоящая, ручной работы, Prudencia Saiz. Валерия Катина называют отцом хакасской рок-музыки. Экс-гитарист Рокаута, вокалист группы «Клиника Р», участник знаменитого в Хакасии коллектива «Соборяне». Как сказал патриарх Кирилл, нас послушав, он когда приезжал, его владыка решил удивить. Говорит, что у нас... Мы вот прямо для него сыграли, для патриарха. И он сказал слово такое, говорит, эта команда нужная, ее надо беречь. Тихо, смиренно, мой друг, подойди к Божьим иконам. Та самая группа «Соборяне», но уже не в полном составе. На сцене не хватает Валерия Катина. С музыкантом случилась трагедия. Он попал в ДТП и только недавно вышел из тяжелейшей комы. Такое несчастье. Ну, мы его видели, посещали его. Неприятно, конечно, очень. Шок. Дай бог, что с ним все будет нормально. Родные, коллеги, друзья решили не оставаться в стороне и собрали благотворительный концерт. Все вырученные средства пойдут на лечение знаменитого музыканта. Он чувствует поддержку друзей, и для него это очень важно. Когда к нему приезжают гости, когда рассказывают какие-то события, у него сейчас потеряна память. И вот эти события – это как толчок, чтобы он мог вспомнить, что было раньше. Сейчас музыкант заново учится жить. Валерию Катину предстоит еще одна операция и долгая реабилитация. Родные верят, когда-нибудь он вновь выйдет на сцену. Помочь музыканту может каждый. Честно надо делать свое дело, ну, то есть честно стараться, ну, и жить честно, то есть как-то вот по совести, именно по совести. И, вот, и тогда вот это у тебя какой-то будет вектор, Господь потихоньку, незаметно выправляет твой вектор. Ольга Камзлакова, Руслан Шалгынов, РТС.